Утром на России в Воронежской области разбился российский истребитель Су-34. Пропагандисты оккупантов пишут, что самолет упал в районе поселка Колодезный. Причиной крушения истребителя оказалась техническая неисправность, а в частности, одна стойка шасси, которая не выпускалась. Не получившись выпустить шасси, два пилота с перепугу катапультировались, бросив машину на произвол судьбы. Хотя, по идее, технику можно было посадить на пузо на асфальт. Однако российские пилоты поступили правильно, решив разбить самолет полностью, чтобы он восстановлению не подлежал. После падения истребителя начался пожар. Судя по появившимся кадрам с места аварии, Су-34 восстановлению не подлежит. Россию преследует череда летных неудач. Ее самолеты падают как мухи как из-за технических проблем, так и из-за неумелых действий пилотов. Однако нас это устраивает, и пусть продолжают в том же духе. Да, похоже, это там торчит. Вполне может быть, что это тот самый Су-34, который недавно скинул авиабомбу ФАБ на жилые дома в оккупированной Новой Каховке. Вот такая карма могла настигнуть самолет, однако экипаж пока что встречи с Кобзоном смог избежать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик. Обязательно оставляйте комментарии. Для помощи каналу ссылки в описании.